Привіт всім людям доброї волі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему «Ми працюємо в прямому ефірі». А тема нашої сьогоднішньої розмови – як прожити в умовах неспокійного сьогодення творчим людям. І у нас сьогодні в гостях поет, журналіст, громадський діяч Валерій Фальов. Валерий Федорович, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии, тем более, как коллега, коллеги, скажу вам, что всегда как-то, не всегда, вернее, удобно говорить с коллегой, тем более с таким умным человеком, как вы, но, тем не менее, уже вот так, раз мне выпало с вами беседовать, то я очень этому рада, и я думаю, что телезрители, поговорив с нашим сегодняшним гостем, вы тоже убедитесь в том, что даже в условиях сегодняшнего неспокойного дня прожить можно. А Валерий Федорович собственным примером сейчас может вам это доказать, потому что... Можно я открою тайну? Ну. Друзья мои, Валерию Федоровичу, моему коллеге, в октябре исполняется 77 лет. Слава Богу! И посмотрите, пожалуйста, насколько он бодр, полон сил, Валерий Федорович. Ну, вы владеете секретом, как прожить людям, не только пожилого возраста, а вообще, как прожить людям, чтобы себя не потерять и при этом не потерять радость, радость жизни. Да, хороший вопрос. Я сам с удивлением узнаю именно об этой дате, потому что как пролетели эти годы, подчас и задаешься вопросом, когда это все случилось, когда это все произошло, когда это все, вдруг я вот встал перед такой датой 77 лет, которая мне исполнится 12 октября нынешнего года. Как прожить? Прожить, не теряя чувства оптимизма, не теряя чувства уверенности в себе, не теряя чувства собственного достоинства. В чем это выражается? Ну, моя особенность, лично, на примере моей личной биографии, ну, сейчас я живу один. У меня была прекрасная спутница жизни, Симонова Елизавета Сергеевна, но, к сожалению, она ушла в вечность в 2010 году. И вот, оставшись абсолютно одним, я начал искать пути собственного выражения, собственного применения, собственного, ну, какого-то местонахождения, что ли, в окружающем пространстве, в окружающем социуме, в тех проблемах, которые мы все так или иначе решаем. То есть, потеряв вот спутника жизни, можно, с одной стороны, уйти в скорбь и полностью уныть духом, а можно найти в себе силы жить дальше. Да, и вот именно в это время, я обратил внимание на начавшиеся появляться, это после 90-х годов, после советского времени, детям которого я являюсь, потому что вся моя, так сказать, сознательная, идеологическая и прочая так, наполненность была именно в прошлом веке. Но становление вашей личности состоялось именно в Советском Союзе. Да-да-да. Вот. А вот после этого, после всех трагических событий, о которых мы все прекрасно знаем и рассказывать особо заострять внимание не будем, после этого всего я обратил внимание на некоторые общественные организации, которые стали появляться. Это клуб учителей «Дружба». Я там какое-то время участвовал. Вот, сегодня его возглавляет Лариса Сергеевна Шафоростова. И я очень рад всегда, благодарен встрече с ней. Она, кажется, с нами была вместе вот, на недавнем собрании в клубе поэтов «Дружба». Потом вот эта турбота пролетних в Украине, которую возглавляет Наталья Анатольевна Володко, тоже. Это организация, которая именно заботится о людях моего возраста. Ведь речь идет о людях наиболее ранимых, наиболее вот уже ущербных во всех отношениях, ну, и в здоровье. Вы, да, правильно сказали. Ну, ранимых, да. Ранимых, да. Совершенно верно. Благодарю за поправку. Вот. И вот именно в этот период, потом мне хочу сказать большое спасибо редактору газеты «Маяк». С 2007 года меня приняли туда на работу. Вот, и я до 1 марта нынешнего года, почти 10 лет, низкий поклон и благодарность за то, что мне подарили это десятилетие. Вот эта газета, вот на ней, на первой странице опубликован мой материал в 2013 году, который был посвящен 80-летию этой газеты. Мы торжественно, так сказать, и со вниманием подготовились к выпуску этого номера. Вот, и... Но до того, как вы работали в газете, друзья мои, акцентирую ваше внимание, что Валерий Федорович Фальов работал много лет на радио. То есть мы, как говорится, трудились плечо к плечу, понимаете? Только телевидение – это зримое, а радио – это
более, я бы даже сказала, личное, правда? Во, совершенно верно. Кто-то из умников, кажется, это был Образцов, который сказал, какое великолепное изобретение радио, одно движение руки и ничего не слышно. Я возмутился этой фразой. Я сделаю так, чтобы радио слушали. И мы вот вместе с прекраснейшими операторами нашего того времени, 73-го года, вот, и Нелли Алексеевна, которая сейчас здесь работает, и Нелли другие там девочки. Нелли Алексеевна Волова, звукорежиссер, который сейчас, друзья мои, находится за пультом центральной аппаратной и выдает вот этот наш да-да. Эфир. Да, и Любовь Викторовна, оператор тоже. Они прекрасно озвучивали эти программы, и мы делали такие великолепные вещи, которые, ну, создавали эффект присутствия. Там были и шумы, и музыка. Но это тоже отдельный разговор. И вот это за тот период радио мне удавалось встретиться с такими прекрасными людьми, как Адриан Митрофанович Топоров, наш постоянный участник радиопрограмм. Ныне он, конечно, в вечности. Николай Алексеевич Троянов, заслуженный артист Грузии, Грузинской ССР. Вот. И много-много людей, Михаил Иванович Бажаткин, Валентина Карповна Бажаткина вместе с нами работала. Тут это можно разворачивать очень долгий, у меня и этим просто людям... Просто звездный небосклон, да, Валерий. Да, этим людям у меня есть посвящение вот в этих книжках, стихотворное посвящение, поэтическое мое, так сказать, ну, набор, что ли, наследие или как угодно, багаж, начал активно появляться именно вот в это, ну, период, именно вот этот период. Ну, в советские годы сделать книжку было довольно трудно. А сейчас, ну, пожалуйста. Вот. И мне удалось издать вот первые мои стихотворения были опубликованы вот в этой книжке «Витражи». Вот. Вот. Потом я поучаствовал немножко в этом в «Стапеле». Угу. Вот такие, значит, тут одна. И это «Кладезь откровений», а вот здесь было опубликовано первое стихотворение. Ну, я не буду раскрывать, не буду их читать, потому что это займет массу времени. Подождите, Валерий вот. Федорович, а знаете что? Давайте, коль разговор коснулся стихов, мы заявляем вас как поэта. Давайте все-таки, чтобы телезрители услышали ваши стихи. Пожалуйста. Вот самое последнее стихотворение, буквально на прошлой неделе написанное. Я расскажу историю, как оно появилось. И оно еще не звучало нигде. Нигде. Телезрители, премьера. Внимание, премьера в прямом эфире телеканала «Николаев». Премьера, да. Я расскажу, как оно появилось. В далекой молодости, когда я был юный, красивый, искал, так сказать, подружку жизни и так далее, вот, я посмотрел фильм «Ошибка резидента», по-моему, какой-то шпионский фильм, и там была милая сцена. Милая сцена, когда советский ученый поехал во Францию там, с какой-то командировкой, встретился с гидом, который водил их по Парижу. Роль этого гида играла прекраснейшая юная Эдита Пьеха, я в нее платонически влюблен по сегодняшний день. Вот. И вот они играли сценку любви, которая не имеет продолжения. Он сюда приехал, и они любят друг друга вот несколько дней. Меня это так потрясло тогда, так поразило и, в общем-то, забылось. Но я пережил это все. И вот буквально недавно я по телевизору вдруг увидел эту же сценку. Именно эту сценку, совершенно случайно. Вот это на тему, как появляются стихи, да? Вот, эту же сценку. И вдруг это все вспомнилось, юношеское, так сказать, впечатление, ощущение. И там звучала милая песенка «Барбара». И вот тема этой песенки, тема этого стихотворения. Я не запоминаю то, что я пишу, потому что... Вот, Барбара, это песенка грусти, не надо, пора. Нам с тобою немного побыть до утра, пусть звучит саксофон, пусть вздыхает труба, повтори мое имя опять, Барбара. В незапамятном прошлом, в минувшем году, мы брели по тропинке в заснувшем саду, на платановых листьях, в застывшем пруду, наши тени, как в клетках, куда нас ведут? А вокруг столько шума, возни, детвора, старый парк, за оградой стук топора, в том забытом кино так грустны вечера, как могло прозвучать в нем «Прости, Барбара». Журавли на распластанных крыльях несут наши годы в былое, обитель, уют, на экране куранты над ратушей бьют, вот он миг роковой, а его ведь не ждут. Как и в прошлых июлях, шальная жара, на стволах у берез, в завитушках кора, фильм окончен далеким, победным ура, умоляю, вернись, возвратись, Барбара. Звон бокалов, коньяк, вместо тоста чин-чин, для волнений и тревог уже нету причин, я тебя заберу, увезу. Помолчи, храм забвения закрыт, где от храма ключи? Снова песенка грусти, не надо, пора, нам с тобою осталось побыть до утра. Как звучит саксофон, как вздыхает труба. Повтори мое имя опять, Барбара.
Какой вы лирический поэт, какой вы тонкий романтик, Валерий Федорович. Да, вот меня именно об этом всегда и говорят, что неисправимый романтик, неисправимый лирик. Ну а разве это плохо? Ну, наверное, нет. Я это воспринимаю как комплимент. А несколько позже, тоже в этом году, ну где-то по весне, в апреле или ну где-то вот в эти дни, я по христианской программе, я уже говорил о том, что я хожу в церковь евангельских христиан, баптистов, церковь благодати Божьей, вот, там тоже у меня очень много интересных встреч бывает, вот недавно я свидетельствовал в церкви Ковчег Спасения, это в Ракетной Роще, тоже хорошая церковь, там прекрасный пастор, вот, и вот в одной из христианских программ я слышал о православном монахе, который принял обет молчания. И речь шла о том, как он постигает Бога вот в этом состоянии. И на фоне сегодняшних политических баталий, которые происходят, у меня вдруг появилось стихотворение «Молчание». Хотите прочитать? Конечно. Я думаю, что телезрители с удовольствием тоже послушают это стихотворение. «Молчание. Покой, блаженство, тишина ума, безмолвием полны река и поле, мир созерцаемый послушен Божьей воле, монах в пути, через плечо с ума, его тропа средь трав едва видна, лишь птичье пение и ни звука боли, природы жизнь молчанием полна. Она озвучена, озвучена, сильна, мир человеческий, в борениях страстей, он памятью несбывшихся желаний, душе и духу, плоти, лишь страдание несет, как знак греховной жизни всей. Вот потому без имени, без звания монах бездомен и безроден, пусть предизбран им лишь иночество путь. Всевышний Господи, прибудь с монахом, будь. Как в велеречии порой унижен ум, окрашен век цветами краснобайства, парфироносные и в орденах зазнайства всегда вольны от горьких тяжких дум. Дорога инока Всевышнему длинна, монах в раздумьях достигает дна, он в откровениях, им истина видна, как наша жизнь молчанием бедна. Раскрыта призрачность земного бытия, от суетного жажда отстраненности. В молчании живут цветы влюбленности, свежи и ароматны. Их роса сияет изумрудами в бутонах. Мы перед ними в жертвенном поклоне. Безмолвны, замерли, в тумане даль видна. Да, наша жизнь молчанием бедна. Вот такие стихотворения. Я принимаю участие в работе философского клуба научно-педагогической библиотеки. Я принимаю участие в Литобъединении «Заря». У нас прекрасные встречи в клубе любителей поэзии при библиотеке, филиале библиотеки имени Кропивницкого. Вот здесь недалеко на остановке водопроводной, напротив этот филиал. Там Ирина Борисовна Чернова ведет великолепнейший клуб, и там потрясающие встречи. Вот недавно буквально была встреча моя с читателями. Ну, настолько это волнительно, настолько приятные эти отзывы и участие в обсуждении. Да, 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 да. Вот. И вот благодаря вот таким встречам у меня есть прекрасные знакомые, с которыми прекрасно всегда беседовать. Это и кандидат философских наук Валентина Ивановна Митина, это и работник научно-педагогической библиотеки Катерина Алексеевна Тимченко. Изумительнейшая женщина, она мне во многом помогает, это первые слушатели. В любое время дня и ночи у меня появилось стихотворение, я звоню, давай читай, сейчас будем слушать. Вот так вот. И вот, вот этим жить, этим мы начали с того, как выживать, да? Вот только в таком общении, только в таком духовной наполненности, только вот в таком контакте, что ли, дружеском, взаимной любви, вот, и можно находить и духовное, и эмоциональное, и, в общем-то, жизненные силы и наполнение. Валерий Федорович, вот вы сейчас назвали имена очень замечательных наших земляков, горожан, но, допустим, вот хорошо вам, вы все-таки журналист, и по роду своей деятельности даже и были, и остаетесь знакомы со многими выдающимися людьми. А как быть тем людям, которые не знают никого, как им выходить? Вот из своей скорлупы. Вы вот знаете, они очень хотят. Или было бы желание, а уже все остальное будет поспешествовать их желанию, исполнению их желаний. Вы знаете, отвечая на этот вопрос, я вот на что хочу обратить внимание. В нынешнем веке, в конце прошлого века и в нынешнем веке особенно обострилась вот эта грань между поколениями. Люди моего возраста, так сказать, почтенного возраста, сами в себе,
Вот мы собираемся в социальном центре, там у нас тоже прекраснейшие встречи. Наталья Энгельс, она ведет тоже великолепные вечера. Вот. А люди молодого поколения нас почему-то чуждаются. Да придите к нам. Ведь в советские годы было прекрасное движение наставничества, но оно имело в виду, так сказать, профессиональное. Да, профессиональное. Сегодня это же, эти контакты, ведь есть пословица такая хорошая, если бы молодость знала, если бы старость могла, да? Вот мы можем рассказать о том, чего мы знаем, а вы можете сделать то, что вы можете сделать, взяв наш опыт, взяв наши, так сказать, не только мои, там, многих других. Вот, чтобы возродились эти контакты между поколениями. Вот у меня семья. Мы, правда, живем. У меня две прекрасных внучки. Леночка, она закончила школу и в этом году поступила в Киевский государственный институт, университет имени Шевченко, по-моему, так он называется, или так он назывался когда-то. Вот. Танечка еще продолжает учебу в школе. Они живут своими заботами. Я позвоню: дедушка, как ты? А у них не всегда хватает времени мне позвонить, я их понимаю. Но все-таки надо находить время, надо выходить вот на эти контакты. Наше поколение живет сегодня, ну, активно, которые живут, я не имею в виду те, которые болеют, хотя и те тоже могут жить. Я всем всегда говорю: вот мой телефон, позвоните, давайте общаться. Общение, только лишь вот эти контакты, дружеские, любовные, какие угодно. Валерий Федорович, конечно, вы, можно даже сказать, завидный жених. Да, любовные в том плане, что мы готовы с любовью отдать друг другу все те богатства, духовные накопления, которые мы имеем. Вот. И вот, придите к нам, и мы всегда с радостью. Кстати, на философский клуб нам приходят молодые и даже участвуют в этих разговорах, и довольно активно участвуют, активно и спорят, и это довольно, ну, обогащает, что ли, заседание, и тема, и развитие темы, в общем, довольно интересно бывает. Мы с вами недавно ездили в Одессу, насколько я помню, эту нашу совместную поездку. Вот, и там была... В составе группы волонтеров, да. Благотворительной, да. Организации «Забота». Да, да, это «Турбота пролитних в Украине», организатор Наталья Анатольевна Володко. И у нас с вами осталось это воспоминание. Воспоминание, как очень жаркая была поездка, очень жаркий был день. Да? Ну, 42. Так вот у меня на эту тему тоже есть стихотворение, которое опубликовано вот именно в этой книжке. Она вышла в 2014 году. Вы уже недавно ездили, друзья мои, а Валерий Федорович Валерий Федорович не только успел написать стихотворение, но еще и издать книгу. Боже, вы супер. Вот, ну это издано несколько раньше, а оно созвучно с этой поездкой. «Июньский зной». Вот оцените. Солнечный ветер в излучинах неба звенит, купол безоблачный, зной омывает равнины, сколь беззащитны под солнцем деревья вершины, парк изнемог и прохладою не одарит. Чайка над водным простором, гляжу, вознесла в клюве изящном и влажном искринку тарани, бисер капели, с промокшего птицы крыла резвой цепочкой гладь серебристую ранит, мост над рекою стрелою стремится в закат, в шуме машин отголоски забытых пророчеств, город над Бугом, как преподношение громад, зданий, эклектики, самых немыслимых зодчеств. А за Варваровкой звон колокольный плывет, гладь неподвижную речки, никак не волнуя, Троицын день ароматами трав отдает, в храме апостолов снова поют, аллилуйя, как миротворно. У правобережья вода чуть зелена, здесь от переплетения ины дно обласкали, как утром приятно сюда тихо прийти, чтобы тут же отдаться глубинам. Вот уже вечер, и самая светлая грусть с ветром струится сквозь ветви в поникших оливах. Пусть одиночество, непонимание пусть канут в забвение, и в этом я стану счастливым. Вечер прохладой в излучинах небо струит, купол окрашен закатом, окутал равнину, в свежести ветра воспряли деревья вершины, парк приумолкший прохладу нещедро дарит. Ну, это почти наша поездка. С этой самой, через Варваровский мост, Варваров и все такое прочее. Но, тем не менее, это стихотворение посвящено городу Николаеву. Ну да. Не только поэт, журналист, Валерий Федорович, вы общественный деятель, и в своих стихах вы прославляете родной город. Это делает вам честь? Да, у меня есть стихотворение о Варваровке, у меня есть стихотворение о Баратовке. Ну, эти книги есть в библиотеках, поэтому желающие могут их там увидеть. Вот. А что вы можете сказать тем людям, которые говорят, что Николаев, в принципе, это город, серый город, неинтересный?
и живут здесь невоспитанные люди. Город надо оценивать не по зданиям, не по улицам, не по мусорным урнам, а по людям, которые его населяют, которые живут в нем, активно живут, чем-то стараются этот город приукрасить, чем-то, значит, отдают себя именно этой работе. Вот у меня в этом плане уже, ну, в плане моих возможностей, вот готовится третья книга. У нас есть еще время? Минутка есть? Есть, Федорович, вот, есть. Готовится, вот она пока в рукописи. Рабочее название ее «Вновь озарение былым». Озарение – это встречи с такими людьми, которых я уже назвал. Это зори на моем пути. От каждого я что-то брал, с каждым чем-то делился. Вот хочу издать эту книжку, она уже набрана в издательстве «Элеон». Вот, ну, проблема чисто финансового порядка. Я обращался к некоторым благотворительным представителям. Пока нет положительного ответа, но нет и отрицательного, поэтому я надеюсь, что, может быть, все-таки что-то получится. Вам не сказали нет, но и не сказали да. Да, не сказали да, но и не сказали нет. Я надеюсь на то, что да, когда-то прозвучит. Ну, будем надеяться, я знаю. Ну, тогда, может быть, вы из этой рукописи прочтете еще стихотворение, и сейчас в прямом эфире, возможно, прозвучат ваши стихи, и чье-то чуткое ухо услышит и откликнется. Сейчас, одну секундочку. Валерий Федорович, минуты текут, да. Секунды текут и убегают минуты нашего прямого эфира. Вот тоже тема августа. Давай. Из тома августа. Лазурный синевой струит небесный купол, лимана гладь гляжу, как зеркало мертва, тень от ветвей маслин дарит прохладу скупо, а засухи змеей в песке шуршит молва, в шептание камыша уплыли пустословья, о праздной суете невиданных утех журчанием, жужжанием шмеля опять у изголовья, пустых обетов сон от этих и от тех. Ах, августовский зной, мой бог песком исколот, от солнца мочи нет и нету где спастись. Транзистор помолчи, а облако осколок, прохладу дай земле или в тучу превратись. Мой верный пилигрим, корой, с корой облезший посох, у краешка воды лежит, впитав в себя несбывшийся надежд, ветвей шептание, шорох, о древо, опершись. Я так люблю, идя, припоминать свои пастушеские оды, как чудо принимать сюрпризы и дары. В туманной синеве растаяли невзгоды, востребованным вновь, участникам игры, иду в свой кабинет, в нем распахнулись окна, в изысканность сосны хвои блестящий свет, пред Господом склонюсь, в молитве не умолкну, благодарю за все, диагноз жалоб нет, лазурный синевой струит небесный купол, лимана гладь гляжу, как зеркало мертва, тень от ветвей маслин дарит прохладу скупо, а засухи змеей в песке шуршит молва. Это было написано тогда, когда я начал работать в редакции «Маяк». Как у вас интересно, диагноз, жалоб нет. То есть, Валерий Федорович, обычно зачастую пожилые люди накапливают много обид во время жизни, и потом эти накопленные обиды как-то выплескиваются в какие-то даже негативные такие речи. А у вас диагноз, жалоб нет. Может быть, в этом и состоит секрет вашей активной творческой жизни, не только творческой. Да, пожалуй. Самое главное, на чем человек сосредотачивает свое внимание. Если на недугах, они есть и у меня, если на недугах, то появляется хандра. А если, почуяв недуг, я каждое утро становлюсь перед Господом, и, Господи, помоги, Господи, избавь, Господи, очисти меня от греховности, Господи, укрепи меня физически и духовно. И я выхожу, ну, может быть, приняв какие-то таблетки, может быть, там чего-то выпив. Ну, это просто как сопутствующие, такие как сопутствующие, милые. А главное, да, главное вот это молитвенное обращение к Богу. И я абсолютно уверен в том, я это чувствую, Господь меня слышит, Господь мне помогает. И вот сегодняшняя наша встреча тоже, слава Господу, состоялась, надеюсь, успешной и плодотворной. Валерий Федорович, у нас есть еще несколько минут для того, чтобы вы все-таки, обратившись к телезрителям, не все верующие люди, не все могут обратиться к Богу, но все люди, и все хотят счастья, а счастья мало. Как чтобы хватило, хотя бы по чуть-чуть, но всем. Я могу сказать следующее. Нужно довольствоваться, это заповедь Божия, и это заповедь. Вот православные много говорят о своих святых. Нужно довольствоваться малым и находить радость в малом. Ведь Серафим Саровский питался водичкой и травкой.
Я с изумлением читал эти свидетельства в православных этих минеях. Вот. И он в этом находил свое успокоение, свое вдохновение и радость, и к нему люди шли за этим, и он с ними этим делился. Нужно довольствоваться тем, что есть. Ведь и всегда спасительной мыслью является, что вот у меня есть какая-то боль, а вот сострадание тому еще хуже. И если моя душа обогащена состраданием к тому, кому еще хуже, значит, я уже смогу и ему помочь, и от этого получить собственное удовлетворение от своего бытия, от своей молитвы о нем страждущем. И этим я счастлив. Ну что ж, Валерий Федорович, спасибо вам большое, что вы поделились секретами своей жизни и своей активной такой творческой жизни с нашими телезрителями, дорогие друзья. Итак, главное что? Главное хотеть, главное быть, главное стремиться. Все остальное обязательно будет прибывать в вас и приумножать ваше счастье. Це була розмова на тему. У нас в гостях був поет, громадський діяч, журналіст Валерій Фальов. На все добре. До свидания.